Продолжаем изменения любимой доты. Теперь пришло время сделать нам курьеров. Варды у нас есть. Давайте вспомним, что мы уже сделали. Мы сделали курсоры. Сделали стиль интерфейса. Сделали... Ну, почти сделали нормально. Загрузочный экран. Сделали варды. Теперь мы сделаем курьера. Также меня очень часто просили сделать видео, чтобы я показал, как изменить на погодный эффект. Там все посложнее, но я думаю, я сделаю чуть позже такое. То есть я найду, как к этому подойти. В любом случае, сейчас я вам показываю пример нескольких кур. А потом покажу, как это все сделать. Кстати, да, напомню вам, что я не хочу, чтобы вам блокировали аккаунт. Типа за использование программ. Поэтому все эти изменения, они будут только локально. То есть только вы увидите, что у вас измененная кура. Другие игроки этого не увидят. Но я считаю, вам этого и не нужно, чтобы кто-то другой там видел. Да вообще посрать. Самое главное, чтобы кура радовала ваши глаза. Ну вот, первая кура у нас это Дум. Ну, само собой, в честь этого героя Дума. Очень красивая, великолепная кура. Просто шикарнейшая. Видите, два вида ее. Пиу-пиу-пиу. Следующая кура, это у нас львенок. Очень красивая кура. Многим нравится она. В магазине Доты стоит 750 рублей. И последняя кура под названием Тори. Очень красивая кура. Вы видите, такой птенчик, который потом вырастает и становится взрослой птицей. Почему-то, когда он вырастает, он худеет и становится маленькой птичкой. Вот так, очень красивая кура. Кстати, сразу хочу заметить, да, что выбор огромный. То есть вам есть из чего выбирать. Кур просто полно. Все, я вам показал просто три варианта. Сейчас покажу, как это все сделать. И мы поставим куру. А, по-моему, это будет паучок, насколько я помню. Ну, неважно. Поставим какую-то куру. На халяву. В первую очередь мы должны подготовить нашу доту к этому грандиозному событию. Поэтому мы открываем Steam, Dota 2, нажимаем свойства, установить параметры запуска. И прописываем директиву. Весь этот текстовый файл, он будет в описании этого видео на YouTube. Вы сможете оттуда прям копировать текст и вставлять. Так, вставляем директиву. У кого ее нету, вставляем. У кого есть, не надо. И запомните, чтобы убрать все наши изменения, мы просто отсюда ее убираем. Все, вставили, жмем ОК. Это первое. Также мы сразу же тогда открываем локальные файлы. Просмотреть локальные файлы. Мы открыли папку Dota. Теперь нам нужно скачать программу. Называется вот она, GSFA Escape. У кого ее нету, качаем. У кого она есть, не качаем. То есть заходим на этот сайт. Ссылка в описании к этому видео, вот она. Это, скачивайте установщик, устанавливайте. Вы установили программу. Теперь обратно возвращаемся в папку Dota. И нам теперь нужно создать подпапки по этому пути. Dota, Models и Gameplay. Переходим в Dota. Если у вас папки этой нету, создаем Models. Models у нас уже есть. И создаем Props Gameplay. Ее у нас нету. Создаем. И заходим. Теперь открываем нашу скачанную программу GSFA Escape. Копируем, например, вот этот вот путь, чтобы было быстрее, максимально быстрее. Вот, еще раз показываю. Так, давайте мы уменьшим окно. Копировать путь, копировать. Открываем программу, файл, open. И прям вот имя файла прописываем, вставляем путь. И поднимаемся на пару уровней выше. Вот, все, мы оказались в основной папке Dota. Открываем теперь пак 01 dir. Все, открыли программу, открыли файл. Теперь переходим по следующему пути. Вот здесь указан у нас путь. Models. Переходим items и курьеры. Вот они, вот, курьер. Вот мы видим список, это огромный список всех курьеров, доступных нам.
Вы видите, курьеров очень много. Мы давайте сделаем на примере... Сейчас, секундочку. Вот, Itzy. Я не помню, что это за курьер. Я помню это имя. Скорее всего, это паучок. Мы вот с вами как раз и проверим это. Смотрите. Нажимаем на папку. У нас получается примерно вот такой вот путь. Здесь будет название курьера. Вот он меняется, да? Там Dragon и так далее. Потом выбираем 6 файлов и копируем в эту папку, которую мы создавали с вами. И практически все. Нам осталось сделать минимум действий. Смотрите. Во всех ресурсах, да, в курьерах у нас будет два типа курьера. Обычный и летающий. Вот обычный, летающий. Обычный, летающий. Вот мы скопировали Itzy. Обычный, вот они, три файла. И летающая кура. Теперь нам нужно переименовать. Смотрите, у нас есть два названия. Обычная и летающая кура. И мы переименовываем. Так мы делаем всегда, один раз. Переименовываем до точки. Эту часть мы никогда не трогаем. Вот, я убираю, вставляю. Вставляю. Также отсюда. Копируем. Это уже летающая кура. Wings, крылатая. То есть там написано Wings, крылатая. Здесь Fly, летающая. Переименовываем. Все, кура готова. Теперь просто запускаем доту, смотрим результат. Давайте я вам покажу, что нужно сделать, чтобы у нас стала потом другая кура. Например, вам эта кура надоела, вы захотели другую куру сделать. Просто берем, удаляем это все, находим новую куру, например, вот Grim Wolf. Опять перекидываем, копируем имя и быстренько чик. Вставили. Также и с летающей курой копировали. Убираем имя до точки и вставляем. Все. Теперь у нас будет другая кура. Это у нас Вольф. Давайте я еще раз быстренько покажу. Вернемся обратно и сделаем Itzy, который нам, собственно говоря, и нужен. То есть копируем до точки. Убираем. Опа. И летающая. Это все занимает буквально 1-2 минуты. Очень мало времени занимает. Главное просто, чтобы вы поняли. Все. Теперь запускаю доту и показываю результат. Также, чтобы кура правильно отображалась, нам нужно сделать следующее. Открываем доту. Переходим в магазин. Снаряжение. Выбираем любого героя. Потом переходим в общие предметы. И здесь нам нужно убрать курьера. Если мы убираем курьера, отображается тот, которого мы сейчас делали. Если вы выберете другого, то будет отображаться он в игре. Вот я сделал локальное лобби. Покупаем куропатку раз. Потом я добавляю себе летающего, потому что, видите, я не могу пока купить из-за времени. И покупаем второй раз. Так, давай. Опа. Все. Вот наш Itzy летающая кура. И вот обычная. Да, видите, я был прав, все-таки это паучок. Паучок. Давайте посмотрим поближе. Опа. Очень красивая тоже кура. Видите, все работает. Все очень легко. Опять же, говорю, занимает буквально 1-2 минуты. А если вы будете знать, то есть пару раз делаете, это вообще будет буквально, ну, секунд 15 занимать. Открыли программу, скопировали файлы, переименовали, все готово. Очень красивая кура. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.